Всем привет, мои дорогие подписчики! С вами Илюха909, и сегодня мы поиграем в Гранни, и мы убьем этого паука. Паука ищет. Так. Сложность без бабки. Давайте посмотрим. Мелон. Может еще тут быть, но его тут нету. Мне нужен ключ, мясо и дробовик. Это все, что мне нужно. Кот. Молот. Ой, я и забыл. Что тут? Ничего. Там теперь это... не знаю, спавнятся ли все ключи, но там точно спавнится ключ от оружия. Теперь. А там что-нибудь спавнится? Нет. Господи. Мой персонаж как-то ускорился. Давайте-ка вот сюдашеньки. Пойдем-ка. Здесь еще может быть ключ. Но его тут нет, назло. Опять ничего. Ручка от колодца. Я даже части дробовика не нашел. Не то, что я не нашел то, что мне надо. Я даже части дробовика ни одной не нашел. Тупые коробки все испортили. Так. Только посхожу, и больше ничего. Ой. Так. О, часть дробовика вот пришла к нам. Мне нравились синие фритоши. И мне нравились. А мне красные нравились. А мне было черное. Топливо. Не повезло вам. А ты чему так рад? О, я рад. Что буду есть среди своих фритос? Блин. Ты, кажется, забыл, что они взорвались. Уверен? Да, это было в новостях. Правда? Да, мы только что смотрели их. Уверен. Ладно, Рэй, может, хватит? Хватит? Рэй, ты что-то знаешь? Я знаю одну вещь. Если ты супергерой и возвращаешь угнанный грузовик, набитый коробками красных Фритлз, то следует потихоньку взять так себе парочку коробок. Только часть картины, окей. Это воровство. Уверен? Именно так. Ну что ж. Стоп, стоп, стоп. Ты хочешь сказать, что у нас есть три коробки Фритлз? Да. В 800 метрах от нас. В Чел-пещере. Стоп, стоп. Моя сестра Уинни отправилась вниз, чтобы перекусить и поспать. Ты... Так. Так, 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 так. Я сейчас бешусь. Меня бесит, когда я не могу что-то найти, что мне нужно. Ну, зажигать.
Фильм озвучил студия «Кипарис» в 2016 году. Обожаю просто эту игру. Окей. Не, ну возможно там и вправду что-то будет, но я думаю, что нет, и это правда. Идем. Идем к дорожку далекую, и будет все хорошо. Здесь тут был ключ от сейфа. Есть. Пацан захотел. Зараза. Ладно. Я уже понял, где мясо. Оно в том домике. Ну, конечно. Я жил такой лопух, чтоб не проверить улицу. Вот тебе на. Так. Куда я погнал вообще? Быстрее. Пошел я гулять и дробовичок собирать. Пошел я погулять, дробовичок собирать. Ханти-се. Либо там часть картины, либо ничего. Часть картины. У нас вечеринка в честь фильма с твоим папой, раз он не смог поехать, например, в Лос-Анджелес. О, круто! Ух ты, Лена, ты еще круче! Мы весь день. Опа! Все части дробовика нашел. О, может, потому что ты впервые оторвалась от телефона за последние 4 часа? Эй, селфи сами себя не сделают. По-моему, это логично. Привет. Постоянно слышу шаги. А я, неважно, не доверяю смокингам. Они сковывают душу. Но на тебе же смокинг. Но не везде. Вообще не представляю, что это может... Эй, итак, у меня есть копия фильма. Давайте вместе насладимся просмотром «Сокровищ острова обезьян 2». Что это? А я уже и забыл, зачем сюда пришел. Случайно сюда пришел, хотел пойти на улицу. Но слава богу, здесь тоже был дробовичок. Часть дробовичка. Владели картины, но это специально. Ой, вообще нет. Но я просто обманщик. Хорошо, что ты это сказала. Я не знала, как притвориться, что мне понравилось. О, секунду. Так как мы не понимаем.
поехали на премьеру, мне нужно дать блиц-интервью. Привет, мой любимый репортер! Даймонд, рада тебя видеть. Поделись впечатлением от сокровищ острова Обезьян 2. По-моему, потрясающе! Без сомнения, это лучший папин. Что? Прости, надо закрыть окно. Местные совы такие громкие. А еще они кричат «Что?» вместо «Гу-гу». В общем, папа сыграл прекрасно. И сам фильм просто безупречен. Так. Ух ты, здорово! И пока ты тут, можешь рассказать, что нового на твоем канале? О, новый ролик «Блестящий день». Я опрокидываю ведро блесток на своих фанатов, чтобы поднять им настроение. Срабатывает почти всегда. Но один парень разозлился. Так, в общем, смотрите «Сокровище острова Обезьян 2» и скажите мне спасибо. Эй, что это было? «Блестящий день»? Большинство людей правда обрадуются. Нет, нет, нет. Даймонд, я еще тут. Безупречен? Ты сказала, что этот фильм безупречен? Я все слышу. Да, я сказала, что этот фильм безупречен. Это не так. Он совсем не безупречен. Еще как упречен. Я знаю, фильм просто ужасный. Тогда зачем ты это сказала? Потому что у меня куча подписчиков, и я хотела рекламировать папин фильм. Но это же ложь. Да нет же. Ну, может быть. Но я должна поддерживать папу, так что даже если это самый бредовый фильм про зомби-обезьян, я все равно назову его безупречным. Я никогда не пойму этот ваш шоу-бизнес. И я тебе объясню. Не надо. А что это была за бирюзовая обезьяна? Это просто обезьяна или она олицетворяла ткань времени? Без понятия. Как вдруг сразу не понял, что Бетти обезьяна? Точно! У нее же из-под халата торчал хвост. Она открыла им бутылку с водой. Иногда родителям нужна помощь. Поэтому мы поможем нашим стать парой. Моя мама – моя лучшая подруга. А ее папа – кинозвезда. Порой все слегка выходит из-под контроля. Или не слегка. Но такая у нас жизнь в Star Falls. Star Falls. Когда я куда-то хочу пойти, я хожу в абсолютно другое место. Я благодарю их за то, что они питают меня. Спасибо. Однажды он 3 часа ел рис. Эй, у меня такой же комбинезон. Мир комбинезонов? Нет, он из магазина, только комбинезон. А я беру место. Смотрите-ка, ой, кто тут у нас умер? Ой-о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 й. Что ж, я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Илюха 909. И если что, в следующей серии я покажу один баг с пауком. Что ж, всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впрочем, пока-пока.